Всем привет, друзья! С вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про такое вот событие, которое запустили на одну неделю, с 20 октября по 27 октября. Танки на полянке. Ну, такое вот название, танки на полянке. Опять этот дед в шапке грибной. Что-то там какая-то история у него с какими-то танками. Много где-то танков валялось. Он их в коробочке пособирал. В танчиках не разбирается, поэтому он как попало их собрал. И в кучке куда-то там сложил. 6 уровня, 7 и 8. Эти наборчики можно купить. И случайным образом вам выпадет танк из списка. Прежде чем он выпадет, нужно выполнить еще и задание. Задание будет работать, если вы купите пакет 6, 7 или 8 уровня, до 1 января. Задачки простые, там набить урон за любое количество боев. На 8 уровне 35 тысяч единиц урона нужно набить за любое количество боев. На 6 уровне нужно 15 тысяч урона набить за любое количество боев. И после этого из списка выпадет любой из премтанков. Если премтанк есть, то вам будет компенсировано это все в золоте. Золото тоже учитывается со скидкой. Вот на 6 уровне пакет стоит 688 рублей. И золото вы тоже получите на 688 рублей, а именно 4410 единиц. Также и в 7 уровне пакета, и в 8. То есть на золоте никак в плюс не уйдешь. Поэтому нельзя сказать, что эти пакеты нужно брать тем, кто хочет купить золото со скидкой. Сейчас пробежимся по всем танкам, которые есть в списках. Но вначале расскажу, что тут есть еще задания, которые можно по кнопке применить. И они у вас на аккаунте появятся, и вы сможете их проходить. Поэтому в описании добавлю ссылку на эту новость. Нужно будет пролистать до середины новости и нажать кнопку «Участвовать в заданиях». Задачки несложные, тоже набивать урон за любое количество боев, фармить опыт за любое количество боев. И последнее задание, пятое, 50 тысяч единиц урона за любое количество боев нужно набить с 4 уровня и выше. В награду день према, X5 3 штуки, демонтажные наборы 3 штуки, один резервное серебро и красивый 2D-стиль «Король пустошей». Я считаю, что нажать эту кнопку и выполнить хоть какие-то задачки, если вы в игру играете, несложно. А если вы выполните все и получите красивый 2D-стиль, то будет хорошо. Я как минимум ничего плохого в этом не вижу. Поэтому, кому интересно, кто играет в игру, зайдите по ссылке и нажмите кнопку. Теперь возвращаемся к нашим танкам. На 6 уровне здесь хорошие танки М4А1 FL10. Француз с барабаном неплохой. Шмальштурм с хорошей, классной пушкой. Хэви танк номер 6. Тоже очень ДПМный крутой танчик. Но не про броню. Т-34-85М. И пушка достойная, и броня неплохая. Такой средний танк-универсал. Остальные танки либо с вопросами, либо с какими-то особенностями, которые тяжело реализовать. Мы видим, что половина танков здесь хорошие. Такой пакет 50 на 50. И забегая наперед, скажу, что эти пакеты, я так понял, есть смысл брать тем, кто хочет почти все эти танки себе приобрести. Если вы какой-то конкретно определенный танк хотите, то, наверное, дешевле прям его взять без этой скидки в 30%. Вот если вы этот пакет берете, то танк вам получается на 30% дешевле, чем если бы вы его просто покупали. Но вам выпадет любой танк из этого списка, вы его не будете выбирать. Тут написано «Случайная машина 6 уровня». Если бы самому можно было выбрать, то это было бы круто. Если бы золото давали бы не с учетом скидки, то это тоже было бы круто. А если бы тут еще и какой-то новый уникальный танк был бы, то эта акция была бы еще круче. Но здесь мы не видим бонусов в золоте, если выпал бы танк, который у нас уже есть. Здесь мы не видим нового уникального танка. И мы не можем сами из списка выбирать танк. То есть, по сути, эта акция сама себя скукожила. И очень маленькому количеству людей может эта акция реально пригодиться. Воспользоваться ей себе в плюс очень тяжело. Переходим к 7 уровню. Здесь из хороших танков есть Т-26, Е3, Игл-7, М-56 Скорпион с хорошей пушечкой, но бумажной. Круп-Штейр, Вафентрагер примерно то же самое. Ну и по сути остальные танки плюс-минус обычные. Ну, ВК-шка 45-03 с хорошей пушкой, но огромная и дырявая. Су-122-44 кривоватая пушка, но очень хорошая альфа и ДПМ неплохой. А вот остальные танки даже особо отметить тяжело. Тоже такой пакет 50 на 50. Теперь переходим к пакету с восьмерками. Самый слабый набор танков, который есть среди всех пакетов 6, 7, 8 уровня, в восьмерках самые слабые танки. Первый — револьвер, Чифтейн-Т-95 и Миль-1951. Ну, первые три танка прям самый сок. Апнутый Т-26Е5 в принципе неплохо. Калибан некоторым нравится, фугасница.
Торнваген так себе танк про броню, но медленный, кривоватый. Туртл МК-1 сильный, классная пушка, обалденный. 50 ТП прототип. Так себе стабилизация, так себе броня в корпусе, медленноватый, большой, неудобный. Такой танчик 50 на 50. Ну и в принципе все. Если вам выпадет что-то, что у вас уже было, то вам компенсируют 7910 золота. Вот и получается, что 8 уровня пакет зачем брать? Уникального танка тут нет. Чего-то нового нет. Какого-то супержеланного танка тоже. Самому из этого списка танк выбрать не получится. Компенсация в золоте такая бы, если бы мы просто купили золото. В чем проблема его просто взять тогда? То есть очень сложно придумать даже, почему я этот пакет должен хотеть взять. Только если вам все эти танки нужны, вы сможете их по скидке тогда набрать. Но зачем вам эти все танки, если половина из них очень слабая? Поэтому я, честно говоря, немного не понимаю эту акцию. Я вижу три момента, в которых можно ее улучшить, чтобы люди хотели это брать. И в этом был смысл. Не хватает крутого уникального танка. Хотя бы какого-то нового или какого-то редкого танка. Не хватает возможности самому из списка выбрать танк. Ну и если бы был бы бонус в золоте, то те, у кого много танков, или все есть эти танки, могли бы себе по скидке золото набрать. Вот эти три момента, если были бы, я мог бы сказать, что да, вот по вот этим причинам есть смысл брать этот пакет. А так, ну я даже не знаю, очень сложно придумать, зачем это. Если вы придумали, напишите в комментариях. Ну и тут мне еще понравился текст, который написан от этого дедочка в шапке грибной. Прочитаю самый конец, потому что он самый сочный. Вот вам коробки трех размеров. Хошь, берите, не хошь, все равно берите. Деду-то подсобить опять надо. Вот, в принципе, видимо, по вот этим причинам и брать эти наборы. У меня все. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачного дня, пока.